щорічно, кожну третю неділю травня, відмічають День пам'яті усіх репресованих в країні. 20 травня в Одесі пройдуть поминальні акції та служба на другому християнському кладовищі біля могили усіх розстріляних у 30-х роках минулого століття. Это было при всей советской системе, это, к сожалению, продолжается во всех тоталитарных странах. Вот. Там уничтожают людей, которые говорят правду. Особенно уничтожают людей, которые вроде как приехали из-за рубежа, то есть вот из Украины, из той же Белоруссии, из другой страны. Если они будут говорить правду про нынешний режим в России, их будут уничтожать.